Старые советские елочные игрушки не просто раритет. Это прежде всего предметы из прошлого, которые вызывают приятные ассоциации у многих жителей нашей страны. Окунуться в волшебство детских воспоминаний стало возможным благодаря выставке, открывшейся в Щелковской художественной галерее, которая так и называется «Старый новый, Новый год». Здесь можно встретить картины на зимнюю тематику, поделки, коллекцию открыток разного года выпуска и даже специально воссозданную елку дореволюционного периода. Цель выставки – в преддверии торжества напомнить всем посетителям, что Новый год – это прежде всего семейный праздник. Это такой, знаете, семейная история, потому что приближается Новый год, наша задача объединять семьи, вот, чтобы дети с удовольствием повели своих родителей, родителям было не скучно и всем было здорово и весело. Эти выставки, вот предновогодние, посвященные старой новогодней игрушке, они вызывают большой интерес и у взрослых, и у детей. Дети знакомятся с традициями нашими старыми, взрослые ностальгируют. На открытие выставки пришли юные воспитанники музыкальных школ Подмосковья. Они исполнили для гостей новогодние композиции. После с ребятами провели небольшую интерактивную игру. Каждый из участников смог сказать, чего он желает всем собравшимся в наступающем новом году. Ой, отлично, пожалуйста. Я желаю всем долгой жизни. Выставка «Старый Новый год» продлится до 19 января включительно. Приглашаем всех прийти и насладиться атмосферой самого волшебного праздника в году. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.